оценишь тот этап гомельской карьеры, который уже позади? О будущем пока не сначала говорим. Сначала жаль, что травма помешала больше помочь команде. На месяц вышел из строя. А так команда хорошая, стадион хороший, очень люди любят футбол в Гомеле. И все понравилось, просто хочу попробовать играть в Европе. И сейчас контракт заканчивается, буду пробовать. Это будет, поедешь на какой-то просмотр? Да. А, понятно. Ну, последних два матча ты в основе был, да? Доволен своей игрой? Ну, как? Сегодня доволен, победили. Прошлый матч проиграли, как можно быть доволен? Когда пропускаешь гол, всегда недоволен. Ну, понятно. Но а как, ну, вообще оценивали твою игру тренеры, может быть? Ну, не знаю, все говорят, что нормально, но я на себя критичный. И если пропускаешь мяч, тогда надо что-то, но есть и мог и помочь команде всегда. За это время у тебя уже сложилось какое-то вот мнение о уровне чемпионата Беларуси? Достойно, приличный уровень, сильный, есть хорошие команды, Шахтер, Солигорск, Батэ, Динамо, Минск, Гомель. Ну, ни одной игрой не бывает, что просто выходишь на поле и победишь. На каждой игре надо стараться и выложиться на все силы, что победить. А Гомель сейчас занимает свое место в турнирной таблице? Если на третьем месте, не знаю, как, обогнали Динамо или нет. Если обогнали, так я думаю... Да, обогнали. Тогда я думаю, что за медали должны зацепиться в этом сезоне. А следят ли, ну, на родине, прежде всего, тренер сборной за твоими выступлениями? Я думаю, следят. И страна рядом, и я еще список сборной кандидатов, и я думаю, следят. Я из-за травмы не приглашался последний раз, но я думаю, что в будущем будет опять вызывать. А пока что нельзя категорично говорить то, что ты покидаешь Гомель? Ну, пока нет. До 10 июля должен дать ответ. Если мне не сложится, тогда вернусь и буду играть за Гомель. А раскроешь страну своего визита? Ну, пока не ясно. Завтра должно конкретно есть пару вариантов. Или туда, или туда.